Мировые финансовые рынки вскоре ждет настоящий апокалипсис, пишет Bloomberg. Китай может в ближайшее время вывести за пределы страны 21 триллион долларов. Российское руководство меняется. Контроль за движениями капитала практически сходит на нет, а государственные экономические структуры стараются побольше средств вкладывать в зарубежные проекты. Юань уже теснит доллар на мировых рынках, а удар в 21 триллион может в корне поменять всю расстановку сил в глобальной финансовой системе. Проиграют те страны и корпорации, которые делают ставки на американскую валюту.